С 10 января 2022 года федеральный закон номер 458 ФЗ был дополнен статьей 264.2 о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Фактическим обстоятельством для применения нового состава преступления является или будет являться наличие у лица административного правонарушения по двум видам. Значит, первое – это повторное превышение скоростного режима более чем на 60 км в час. Речь идет о части 7 статьи 12.9 Кодекса об административных правонарушениях. И второй вид или категория административного правонарушения – это повторный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Максимальное наказание за данные нарушения – до 2 лет лишения свободы. Также с 1 марта 2022 года будет введен штраф до 2000 рублей для водителей, у которых отсутствует технический осмотр автомобиля.